что это за динозавр? Это же рак. Ой, а чё у него этот челюха как-то делает не на том месте, где обычно? Его даже физганом, ребята, тяжело удержать. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум, профит, васаби, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня очень классный обзор на монстров Garden of Bamban. Если вы хотите, приятного аппетита, а мы начинаем обзор на мод. Погнали. Так, первый у нас монстр Chief Pixter. Пока мисс профит в него вселился, ну посмотрим, что он может. Они очень классно сделаны, поэтому я рекомендую вам сразу подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать крутых роликов на канале Dimas.tv. Если хотите с нами пообщаться, заходите в наш Discord. Ты куда улетел? Так, а ну попробуй ударить меня, как они мочат. Одного раза мочат. Отлично. Он мне напоминает этого из Мадагаскара, вот это, люблю большие. Ха-ха-ха, кстати, очень похоже, да, есть такой. Я думаю, кого он реально мне напоминает. Так, ну что, давай, выселяйся с него, а мы будем его мочить, посмотрим, на что он способен. Потому что у нас сегодня очень много монстров, досмотрите ролик до конца, в конце ролика мы их всех взорвем. Так, отключаем искусственный интеллект, погнали. Вот это он прибивает к земле. Так, давайте будем смотреть, сколько у него жизней. Берем РПГшечку. Ой-ой-ой, он за мной увязался. Ему не нравится, что я его стреляю. Он медленный. Ну да, он медленный, но там есть быстрые монстры, я вам скажу. По секрету. Так, дробаша достаем. А чё у него жизни-то сколько? Эй, мужик, ты чё? Не попадаю. Попадаю. Вот это жесть, пошло Мясилово. А где он? А, вот он в воду упал. Ха-ха, прикольный монстр, очень классный. Мочим, мочим. Ну не меня же, что вы делаете? Я люблю обычно всех мочить. Он не знает, за кем бегать. О, давайте шары R2, может, поможет? А, еще ж попасть надо для начала. Только в притирку надо стрелять. А сколько у него жизни? Вот опушка с RSM 2, берите. У него точно больше не сильно. Да, мы уже вынесли, там взрывами только вынесли мы сколько. Убил нашего. Отомстить надо. Есть! О. Вот это оружие испокон веков самое крутое. Так, следующий у нас Coast Pickers. Вот это он нереально быстрый. Этот уже будет побыстрее, да, пацаны? Да, он разгоняет. А что это, слон на двух лапах? Лапы обрезали. Он сколько вот это мультика мне напоминает. Так, давайте будем мочить его. РПГшечку достаем. Пацаны, он обиделся на нас. Да-да-да, обиженный. Давайте, мы мочим обиженных. Накасали. Давайте мы его отвлечем. Опа, раздуплился. Отлично, отлично. Ого, с ноги бьет. Ты футболист, что ли? Это жесть. Знаешь, что трупы не исчезают? Тихо, я успею. Блин, не успел. А какой-то псих нереальный. А где он? А, вот. Все, отлично. Убили. Так, этого сейчас монстра я буду физганом держать, чтобы он сразу нас не мочил. Следующий у нас Герафе Мелман. Что это за динозавр? Это же рак. Ой, а чё у него этот челюха как-то делает не на том месте, где обычно? Его даже физганом, ребята, тяжело удержать. Вот я его держу, давайте мы его рассмотрим. Офигеть, у него зубы и челюсть под шеей. Очень странно. Офигеть, у него зубы. Сразу видно, зубы чистит, все нормально. Блин, но они страшные, я вам скажу. Реально какие-то стремноватые монстры. Поехали, мочилово. Блин, не могу попасть. Давайте тогда будем огнестрельным стрелять. А, мне кажется, надо заходить сюда и брать вот этот миниган. Этот миниган разрешит сразу все. Тихо, 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 успокойся. Да, блин, не могу его так убить. Еще разок, попробуем. Ой, красиво ты ему подножку сделал. Это было эпично. Так, следующий у нас Хунтер Тим. Вот это он стрёмный. Классные монстры. Офигенно, респект разработчику. Ха-ха, сальтухи так все крутят.
это тоже застрелят иногда. Да, кстати, это реально ежик. Давайте я два шары проверим. Убивай. Да, отскакивает. А! Он освободился, его освободили физгадов. Тихо, тихо! Ого, он бьет. Вот это лящ. Лящ мечты называется. Поехали. Стоять, мужик! В конце ролика мы поставим всех этих монстров и взорвем бомбу мощно. Все-таки мне интересно, может быть монстры, у которых очень много жизни. А мы и так увидим, когда будем сейчас мочить. Ты смотри, что он делает. Наказывает сразу нас. Все. Все, все, все. Лежит. Так, следующий у нас Джимми Ворм. Ой, а че за челепиздрик? Ого, он мочит. Червячок. Норм. Ого, и того наказал. Как вы думаете, сколько у него жизни? Мне кажется, у него мало жизни. Все шары поймал, все. А, ну понятно, эта пушка, конечно, читерская. Так, следующий у нас мистер Крокодайл. Вот это у него челюсть на животе. Так, успокойся, успокойся, мужик. Ой, что-то он вообще быстро слился. Скэри Джелли. Ой, что за звук? Что это такое? А что это? Он меня убил и сам умер? Да. А он на голове у меня, что ли, был? Да, да, опять. Да то что? Я хочу посмотреть, как это делается со стороны. А ну стой, стой. Давай на меня. Давай, давай, на давай. Меня. Я хочу, чтобы он на тебя на... Во! Жесть! И взрывается в конце. Классный монстрик. Да. Знаете, что я сейчас хочу сделать? Я хочу в него вселиться. И проверить, как это вообще оно в деле происходит. Кстати, он не так высоко прыгает. А ты не попадешь, мочи своих. Тихо, тихо, тихо. А, все, я умер. А, получается, когда нажимаю выстрел, он сам взрывается. Так, Скэри Пикстер. А у него на руках какая-то штука. Офигеть. Так, все, подожди, не стреляй, не стреляй. Это что, он блюдо нам принес? Этого челепиздрика? Подойди поближе, подойди, посмотри в этот челюсть ему. Зубы не... Ха-ха-ха! Я специально включил искусственный интеллект, чтобы он тебя убил. У него ножик в руках. Он как это... Он кидается этой штукой. У него бесконечно... А! Прицепился, жопа! Прощайте! Он раскидывает эти штуковины. Блин, вот как босс получается. Еще одного кинул, уже трое их. Ой, чувствую, будет мясо сейчас. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте РПГшечку возьмем. Мы тогда его быстро убили, значит, в этот раз убьем. Четкое попадание. Все, есть, сложили. Отлично, там уже 500 тысяч патронов пацаны выпустили. Это неадекватные. Форум задолбал. Так, Шарки Кли. О-хо-хо-хо, быстрый монстр! Я так понял, у этого разработчика по приколу делать челюсти на животе, на животах. Двухчелюстные. С одной ест, другой срет. Нормально он бегает. Я наблюдаю, как он пацанов мочит. А, ну и сам неплохо мочится. Неплохо ты его ядром растер. Так, поехали дальше. Silent Steve. Чё за змея розовая? Отвали от меня, змея! Змея, отвали! Это питон. Какой это питон? Это кобра. Кобра королевская, розовая. Это форум. Это форум? Вы мгновенно ее убиваете. Ну, эти шары реально, ребят, ну они классные. Согласитесь, как они мочат. Следующий у нас Синки Андрей. Андрей? Ну так надо Андрею. Че у него с щупальцами? Колбасит? На дискотеку, что ли, пришел? Тихо, 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 мужик, успокойся. Не мочи нас сильно. Он медленный. Надо по щупальцам стрелять. Блядь, что с ним? А че он картонный стал? А он умер. Это очень странно. Реально странная у него смерть. Сразу задубенел. Так, и последний у нас Слинки Джо. Побежал, побежал. Тихо, тихо, мужик, успокойся. Ну он медленный, в горку как-то медленно бежит. Давай, догоняй, догоняй, ты сможешь. Ребята, даже без бинихопа легко убегать. Опа, замочил. Он пусть меня убьет. Ой. Мне кажется, сейчас его пару шаров, и он сдохнет. Давайте понаблюдаем. Я был прав. Так, ребята, как и обещали, очищаем карту.
Сейчас обоставлю всех этих монстров, и мы скинем на них маленькую бомбу. Надеюсь, это будет очень эпично, и мы проверим все-таки, кто из них самый живучий. А я заметил, что у них жизни не одинаковые у всех, по-разному. Кто быстрее умирает, кто медленнее. Вот эта крячка сразу умрет. А ты думаешь? Наверное, да. Я думаю, да. Ну, потому что вот эти маленькие сразу умирают. Вот. Сейчас еще мы народ здесь где-то влепим, чтобы радиус был одинаковый. Вот так вот. И вот здесь вот. Так, сейчас оставлю сюда бомбочку одну. Заходим NTT, Greenwich. И бомба у нас SC-1000. Мы ее сейчас четко положим. Вот так вот. Так, надо теперь по бомбе стрельнуть. О, нет, мы не так сделаем. Мы не так сделаем. Я ее скину чисто по центру. Чтобы было эпично. Вот. Все, ребята, бомба летит. Отлетайте. 3, 2, 1. Погнали. Один, да, скорее Джелли умер. Да, я знал, что он слабенький. Так, еще живые. Еще одну бомбу, ребята, сбрасываю. Еще одну. Чисто по центру буду стараться. Бомба летит, отходите. 3, 2, 1, 0. Ноль. Еще, а, это мы умерли. Это хорошо, умер. Еще одну сбрасываю. Мне нравится их сбрасывать. Все, бомбочка летит. Отходим. Уже полкарты черные. Вот это дым от этой бомбы. Подальше, чтобы не зацепило. Живые. Живые. Но это хорошо. Это прекрасно. Давайте мы две сбросим бомбочки. Одна взорвется, и вторая сразу ее сдетонирует. Будет взрыв такой над землей, как бы. О, еще двое умерло. Так, и в конце сейчас, получается, у нас останется какой-то выживший, и это будет самый мощный. Дим, давай Марк 77 бомбу. Не-не-не, вот эти самые оптимально будут, оптимистичные. Еще две бомбы. Вот сейчас, кстати, очень много монстров умрет, так что готовьтесь. А дальше отлетаем. Успею, не успею. Слинки Джо умер. Неплохо. Скинул бы больше, но есть такой вариант, что если я скину много, они все умрут просто. И мы не поймем. Гаррисмот вылетит. Гаррисмот, скорее всего, не вылетит. Еще двое умерло. Так. Напишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, у кого самая большая жизнь? Мне кажется, вот этого вот слоника. Или Андрея, да? Андрей уже умер, все. А, Андрей умер, все. Кстати, червяк жив. Ну, нифига себе, сколько уж у него жизней. Вот это бомбы, они трассирующие. Прям смотрите, как осколки отлетают. Прям видно эти полосы. Живые. Вот сейчас, мне кажется, уже точно кто-то умрет. Даже одну бомбу сброшу, потому что шанс, что они умрут сейчас, очень большой. Обидно будет, если все сразу умрут. Нет. Крокодайлус умер. Так, слоник все-таки живой. Все-таки давайте две еще разок. Мы сейчас выясним, кто из них самый крутой монстр. И давайте еще подальше отлетим. Ой-ой-ой. Они не могут все. Что получается, ёжик самый мощный? На иголками защищался. Наверное, да, у него панцирь крепкий. Давайте еще одну бомбу на него сбрасываем. И все, я думаю, это будет точка в его жизни. 3, 2, 1. Не. Живой. Нет. Живой, я понял. Пацаны, я рекомендую. Ой, я рекомендую отлететь далеко. Ой, вообще жесть. И, ребята, сейчас я очищу карту и скину очень красивую бомбу. Это просто был красивый ролик. Так, очистил карту. Давайте мы ее сбросим где-то здесь, чтобы там... А, хотя, наверное, пока долетит, туман спадет. Ребята, есть очень классная у нас бомба. Сейчас я вам покажу. Она очень классно взрывается. Готовы эпический взрыв увидеть? Давайте вот здесь мы сбросим. Конечно. Одна бомба. Смотрите, что одна бомба сделает. Это будет очень только красиво и огненно. Где? Классно взрывается. Вау. Да, она такая. Передо мной, я не стал ничего делать. Это жизнь. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А я бы.